Этот двор заслуживает особого внимания. Ведь еще год назад здесь не было ни цветов, ни зелени, а машины парковались прямо на газонах. Но с приходом председателя ТОС Татьяны Зеленковой двор преобразился. С газонов убрали машины и выделили для них специальное место. Газоны облагородили и вместо сорняков посадили красивые цветы. Озеленили весь дом, ухаживают люди, не безразличные, очень инициативные. И вообще это нас сблизило, мы стали дружны, ответственны. Даже небольшой участок требует большого ухода. Работа в палисаднике занимает все свободное время, рассказывает победитель конкурса «Лучшая клумба подъезда». Я вот как встану и в окно, меня душа радует. За цветком надо ухаживать, как за ребенком. Вот это вот. А моя вся жизнь в цветах. Дворик небольшой, но очень чистый. Фишка этого двора, что он сплошь утопает в цветах. Они вьются по заборам и цветут в палисадниках. Дети не остаются в стороне и всегда помогают старшим. То сорняки выдернуть, то цветы полить. А недавно все вместе сажали хвойные деревья, кустарники и делали зону отдыха. Теперь в тени беседки сидеть одно удовольствие. И люди начали друг к другу лучше относиться, самое интересное. Поначалу все как-то грызлись потихонечку, так ворчали, а теперь выйдут вместе поливать или сажать, это как-то это объединяет. Редкий прохожий не остановится, чтобы не полюбоваться и не вдохнуть аромат прекрасных цветов этого двора. Наш дом самый лучший!